16 апреля в выставочном зале научной библиотеки Полоцкого государственного университета открылась выставка «Меценаты Беларуси», приуроченная Международному дню культуры. Организаторы выставки – школа лидера и научная библиотека ПГУ. Материалы выставки предоставлены Клубом друзей культуры «Истоки» при библиотеке имени Якуба Колоса, города Новополоцка. На открытии выставки заведующая отделом обслуживания и информирования пользователей Ирина Шупенько рассказала об идее создания экспозиции. Идея вот этой выставки «Меценаты Беларуси», она родилась совместно с нашим воспитательным отделом. Инициатива, в общем-то, даже, можно сказать, от них исходила. Мы продолжили эту идею, и кроме той информационной части, вот информационных плакатов, которые вы здесь видите, здесь представлены еще и портреты меценатов Беларуси. Конечно, это всего лишь небольшая часть этой выставки, которая позволяет здесь вместить в нашем выставочном зале. И кроме какой-то кратенькой информации на плакатах, мы здесь представили еще и ряд книг, которые рассказывают о деятельности тех или иных меценатов. На открытии выставки выступили студенты нашего университета, участники школы лидера. Сергей Тускенус, студент группы 11ТМ2 МСФ, обратил внимание, что школа лидера ежегодно инициирует различные мероприятия в рамках Дня культуры. Ведь культура является своеобразной визитной карточкой государства. Виталий Аржановский, студент группы 10РТ РТФ, поделился своими впечатлениями об экскурсии в мир Несвиж. Деятельность меценатов, высокая степень личного участия в преобразованиях удивляют и восхищают. Их личные качества, интересы и духовные потребности, уровень образования, воспитания говорят о том, что перед нами подлинные интеллигенты. Программу открытия выставки дополнил музыкальный эпиграф «Полонез» Михаила Агинского в исполнении Елены Наумовны Васильевой.